молодой человек уже успел исполнить нам песни о многих странных женщинах. Угу. Помнишь песню про мокрую женщину? Да, «Леди Дождя». «Леди Дождя», совершенно верно. Когда она стоит вся мокрая насквозь. Глупо. Ну а сегодня нам стоит про женщину, которая пробегает мимо так быстро. Раз, 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 пробежала мимо. Знаете, такой летящей походкой. Опять странно, как эта женщина. Ну, видимо, куда-то опаздывала, наверное, разводиться, наверное, куда-то спешила. В общем, летящей походкой вышла из мая и в середине января прямо вот туда вошла. Только возникает вопрос, где она в июне, в июле была. Наверное, в санаторий ездила, не знаю. Когда я вообще услышал первую песню, что мне дали, я подумал, все, попал. То есть песню я не знал вообще. Потом уже как-то я вспомнил, что эта песня у меня была где-то на слуху. Вот. А когда я услышал уже аранжировку плюс к этому всему, то я понял, что песня может стать хитом. Она была тогда хитом для наших родителей, а теперь она может стать прекрасным хитом для нового поколения. Александр Панайотов с песней из кинофильма «Берегите женщин». Я вспоминаю. Вспоминаю, себя вспоминаю, та радость шальная взошла, когда я летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз. Добрый вечер. Знаете, меня стали обвинять, что я слишком вам симпатизирую. И поэтому сегодня, когда я сюда ехала, думаю, нет, надо решительно к чему-то придраться по отношению к Панайотову. Вот пока по части вашего вокала у меня никаких претензий нет, вообще с самого начала их не было. Маленькая претензия сегодня появилась, немножко переигрываете, театра много слишком сегодня было. А так все очень здорово. Спасибо. Я думаю, что все-таки... Вот вершина твоего выступления, конечно, была песня «Леди Дождя» в этом зале. Я думаю, что это такое пока пик самый. Мне понравилось, как ты поешь. Ну, в очередной раз тебе это говорю. Действительно, у тебя есть проблемы с переигрыванием. Тебе нужно срочно сделать тумблер, игра, и регулировать. Вот как только ты выходишь на сцену, игру сразу вот на минимум уводить, тогда вот все время следи за этим, не забывай, все время держи в голове. Иногда у тебя прям это выскакивает и очень, очень режет. По молодости. Спасибо. Вы знаете, мне очень понравилось, что вы хулиганили, что вы переигрывали, что у вас был этот смешной театр куда-то из мая, там что-то вот это. Мне безумно понравилось, правда, это смешно, хулиганьте, переигрывайте, куражьтесь, что у вас было все замечательно, дай вам Бог, удачи. Спасибо. Саш, меня делегировали, ко мне подошли... 300 девочек от 12 до 14 лет однажды, вот, и попросили спросить у тебя, извини, что меня именно попросили, вот, дело в том, что ты на прошлом концерте обмолвился про такую легкую влюбленность какую-то, вот, и девочки спрашивают, идти им топиться сразу или еще и шансы какие-то у них, что, может быть, это какая-то шутка или... Шансы есть у каждой, всех люблю, потому что сегодня, на самом деле... Вообще, у меня очень важный день, потому что сегодня впервые мне преподнесли в подарок мягкую игрушку.
Это для меня первая мягкая игрушка. До этого были жесткие игрушки. Для меня это серьезный сюрприз, потому что я еще никогда не получал в подарок таких вещей. Вань, тебе дарили мягкие игрушки? Деревянные в основном мне дарили. Я понимаю, Саша, который растерялся в этом случае. Мы с тобой тоже растерялись, если бы нам кто-нибудь по мягкой игрушке. Нет, я теряюсь, когда мне мягкие игрушки дарят 40-летние мужчины. Вот это я теряюсь. А в таких ситуациях почему нет? Ну, ребенок украл где-то мягкую игрушку, принес, себе подарил. Нормальная ситуация. Я не теряюсь, мне приятно. Спасибо вам. Спасибо.